Kuga G-Booster – один из самых ярких представителей электросамокатов нашего топа. Интересный и довольно агрессивный дизайн притягивает внимание со стороны прохожих. Созданы для преодоления препятствий в условиях бездорожья. Этому зверю не страшны ни грязь, ни песок, ни холмистая местность. На Kuga установлены большие накачиваемые колеса на внедорожной резине, которые обеспечивают прекрасное сцепление там, где обычному самокату не проехать. За комфорт поездки отвечают эластомерные амортизаторы, к которым, в отличие от других самокатов, вообще не возникает претензий. Здесь они действительно мягкие и способны выдерживать очень серьезные нагрузки. Несмотря на свои внушительные габариты, электросамокат весит всего 23 килограмма, а кататься на нем могут люди с весом до 120 килограмм. Kuga G-Booster имеет два электродвигателя с мощностью 1200 Вт на каждое мотор-колесо, то есть 2400 Вт вкупе. И если вам необходимо отбуксировать друга до ближайшей розетки, такая мощность определенно не будет лишней. За включение и выключение полного привода отвечает одна единственная клавиша с левой стороны руля. Что касается максимальной скорости, мне с весом 85 кг удалось разогнаться до 50 км в час по ровной дороге. Как и говорил ранее, этот показатель может меняться в зависимости от испытываемых нагрузок электросамокатом. Запас хода Kuga G-Booster достигает 70 км на одном заряде. Ну и здесь не обошлось без минусов в виде отсутствия штатного гудка и фары. А рулевая стойка опять-таки не имеет фиксации во время складывания. Техническая таблица на экране.